А на востоке страны студенты-ядерщики технического университета также создали движение «Жастар Энерджи» и намерены разъяснять вопросы возможного строительства атомной электростанции. Молодые люди считают, что казахстанцы должны понять необходимость этого объекта для страны и считают своим долгом информировать население, делиться своими знаниями в этом направлении. Представители молодежных организаций обсудили эти вопросы. Инициаторы движения «Жастар Энерджи» уверены, строительство АЭС необходимо. Многие люди, в особенности старшее поколение, боятся повторения Чернобыля и выступают против. Но мир изменился, говорят молодые люди. Технологии новые. На сегодня ядерные реакторы благополучно используются в 32 странах мира. Плюсы, во-первых, о том, что у нас будут организовываться новые рабочие места. То есть у нас будут приглашены новые специалисты. Во-вторых, так как Казахстан является, у Казахстана есть небольшие проблемы с электроэнергией, то есть это во много раз уменьшит как раз таки эту проблему. То есть у нас снижатся тарифы на электроэнергию, у нас, например, более крупные предприятия, которые также будут подключаться к атомной электростанции, будут подпитываться от нее и уже, например, не использовать какие-то угольные печи и так далее.